Замена состава футбольного клуба «Днепр» покинул. Поле покинул номер 8, Артем Дизайнер. Выбрал штука номер 9. Диванович. Через Иванович. Черняк. Дальше через Дарба. Черняк. Есть момент. Черняк. Удар. И вот она. Атака голевая от Шахтера. 37-я минута. Илья Черняк делает счет 1-0. Но вот она. Разящая атака. В одно касание. Пасик. Почти Спартачок. Это Шахтер. 1-0. В матче против Витебска. Шахтер счет открывает за 8,5 минуты конца первого тайма. Ну и ждем и повторы. Как же эта атака начиналась? Через Дивановича. В одно касание Иванович. Черняк. Тарбо. Черняк. Обороты. Диванович. Передача в центр. Черняк. Удар поворотом. И 1-0 счет становится. Открывают счет солигарчане. Скавыш обыгрывал защитников. То сейчас Черняк очень здорово пробил. Смотри, не такой уж и не берущийся удар. Но опять же, газон мокрый, мяч скользкий. Здесь это тоже играет большую роль. Но, в принципе, удар хороший. С другой стороны, что очень сильный удар нужен был Черняку для того, чтобы забить. И он это и сделал. Замена в составе футбольного клуба «Витебск». Игру покинул номер 9. Дриблингом Подстрелова. Подача на дальний штангу. Дальше головой на Ивановича. Удар в одно касание. Ух ты! Хо-хо-хо! Вот это выстрел от Игоря Ивановича. 2-0. Шахтер впереди. Выстрел получился. Здесь передача получилась от Скавыша, по-моему. Диванович. А тут вводится мяч через... Диванович, удар, ух ты, боже ты мой, какая пушка, вот это, вышел ты и вышел Диванович, пушка страшная. Ну давайте просто наслаждаться, комментарии, я думаю, излишни под этот удар Дивановича, просто никаких шансов.